Привет, друг, с тобой Иван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet, сервер МТА, все как всегда, второй сервер. Сегодня вместе с тобой посмотрим новое новогоднее обновление 3.17, поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что у меня проходит новогодний конкурс в честь Нового года, как бы и всех новогодних праздников. Что вам нужно? Во-первых, заходите в видео, вот ищите вот такой видос, такой вот превьюшки, заходите на него. Здесь мы проводим конкурс на 5 серверах на 25 мест, где есть и CCD, и Смотра, и МТА, и GTA 5, и Радмир, и Дева. Все, что вам нужно, это поставить лайк, подписаться на канал, написать любой комментарий. Потом переходим по ссылочке в описании в мой ВК. И репостим запись конкурса, в котором мы хотим участвовать. Вот здесь читайте внимательно, потому что здесь написано Deva Project, например, CCD Planet MTA, CCD Planet GTA 5, Радмир и Смотра. И просто копируем, и все. И вы буквально за 60 секунд становитесь участником конкурса и сможете выиграть годные призы. А какие призы, вы уже посмотрите в ролике. Ссылка на конкурс будет в описании этого ролика. Удачи! Я надеюсь, я не отрываю вас от новогоднего стола. Если вы смотрите еще 31 декабря, выйдет ролик поздно, к сожалению. Если это так, то поздравляю вас уже с Новым годом, с 2022. Хочу просто сказать, чтобы ваши мечты сбывались. Вот и все. Сегодня мы с вами смотрим новое обновление 3.17, как всегда. Сначала начинаем с чейнджлога. Тайм-коды есть в описании на ролика. Тыкаем туда, куда вам интересно. Начинаем с чейнджлога. Потом идем снимать обзор самих систем. Ну и конец. Погнали. Да, конечно, чинжлог достаточно большой против GTA 5. Значит, что было добавлено? Добавлены новогодние квесты, за выполнение которых вы получаете награду. То есть леденцы, как и в GTA 5. Начать квесты можно у Дедушки Мороза на Грув Стрит. Полученные награды можно обменять на полезные предметы в новогоднем магазине. Для прохождения квеста потребуются кристаллы, которые появляются на карте каждый день. Кристаллы также можно выиграть в рулетке в Грув Стрит. Цепочку квестов можно пройти снова через 24 часа после завершения или приступить сразу же, оплатив 99 донат единиц. Квесты в магазины будут доступны только ограниченное время, поэтому поторопитесь, чтобы купить все, что хотите. Добавлена работа скорой помощи. Начать работу можно в центральной больнице каждого из трех штатов. Для работы потребуется права на управление пассажирским и специальным транспортом. Будьте внимательны, ценой за принятие неверных решений может стать чья-то жизнь. Добавлен снегопад. Настроить можно в настройках графики. Обновлены магазины одежды. Добавлен инвентарь, в котором сохраняется купленная одежда. Полностью обновлен интерфейс. Предметы одежды сгруппированы по частям тела. Надеть, снять скины можно в поликлинике. Кривые щи. Добавлен новогодний магазин. Список товаров можно посмотреть с помощью F1 новогодний магазин или поговорить с Дедушкой Морозом. Для покупки предметов потребуется пройти новогодний квест. Магазин будет доступен только ограниченное время. Добавлен новогодний кейс, в котором можно выиграть авто с уникальным новогодним винилом. Добавлена визуализация оставшегося времени на работе фермера. И добавлен новые регионы для номеров. 155 и 977. Также сделали очень много исправлений и добавили новый транспорт. Chevrolet Corvette C7 опять вернулся на сервер и добавили Porsche Taycan. Заменили Toyota AE86, обновили M5 в 90, обновили Aventador и обновили SVA. Удалили, к сожалению, с сервера два топовых автомобиля. Это Ferrari California и Lamborghini Urus. В принципе, с чинжлогом это все. Ой-ой-ой, там кто-то разбушевался по 15 лямов по ляму, вообще вытаскивает с казино. Сегодня тоже поедем крутанем, бабок у нас как бы имеется на Rolls-Royce, чуваки. Что я хотел сказать, что у меня забрали Феррари, у меня она была, вот, и выдали деньги, и номера, по идее, скинули в хранилище. Конечно, у меня там не особо номера прям такие были, но то, что убрали Урус, вот это, конечно, да. Я думаю, первое что, поедем к Деду Морозу на Гроу Стрит, посмотрим, что там он забыл. Наверное, Си Джейм там водяру пьет, как всегда. Продолжим уже оттуда. Знаешь что, мы приехали к Деду Морозу, только где он находится. А вот он находится. Ямаун пухлый. Пельмени бахнул, 100%. Ну, а как? Как им пользоваться, алё? Как пользоваться Дедом Морозом, ладно? Вот это, я так понимаю, просто рулетка, да? Ну да, давайте раскрутанем. Ладно, не раз. Давайте на лямчик крутанем, посмотрим, что мы выиграем. 10 раз. Лямчик просрали, как и не было. И выиграли в итоге кристаллы. Понимаю. А, нажмите F, чтобы поговорить. Вот, Дедушка Мороз. Хо-хо-хо. Как хорошо, что я тебя встретил. Мне нужна будет твоя помощь. Но для начала я должен убедиться, что ты был хорошим человеком в этом году. А, магазин, оплатить квест 20 кристаллов. Шел бы ты отсюда. Не помогать.
Ну, оплатить квест, давай, погнали. Верю, верю, у меня случилась беда. Я потерял часть подарков, пока летел в Сан-Андреас. Помоги дедушке их найти. Окей. Помочь дедушке, да, помочь дедушке. Отлично. Я отметил несколько зон на твоей карте. Надеюсь, ты сможешь найти все подарки. Закрыть. Ага. То есть нам нужно найти подарок. Дед такой стоит, такой вообще посрать. Сейчас... Ох, ема. А как они должны выглядеть? Сколько их должно быть? А, называется, только отошел от рулетки, пацан уже лям выиграл. Прокрутил еще 5 раз рулетку казино и ничего не выиграл. Ну, может, еще один разок, ладно. Значит что, здесь на карте отмечен вот такой вот большой-большой круг. Вот здесь мы в него сейчас заезжаем. И здесь нам нужно найти какие-то подарки. Куда бы они их могли спрятать? Ну, логически, под мостом. Под мостом нету, ладно, понял. Но где-то в каких-то закоулках, переулках. Мне кажется, лайфхак это вот так. Едем, врубаем камхак и просто ищем эти подарки. Потому что объезжать это все, это капец. Я надеюсь, они хоть прорисовываться будут. Но если не будут прорисовываться, это будет, конечно, обидно. Вот это подарок или это снеговик просто? Если это подарок, я офигею. Реально. Тогда вы просто всю детскую психику испортите мне. Нажмите А, чтобы поговорить. Снеговик. Прекрасная зима в этом году, что скажешь? Я по делу. Что случилось? Дышка попросила найти подарок. Вот подарок. Снеговик? Ты собрал. Осталось 3. Ема, это же их капец как сложно будет найти. Ну, камхак решает, реально. Погнали, Енва, там Вайн вот где-то в кустах заспавнится. И пипец просто. Здорово, братан. Плохо прячешься. Ф поговорить. Да, захотел поиграть. Все, ага, все, забрал. Еще осталось 2. Они решили на ферму как бы поставить снеговика, где капец как фризит. Не, умно, достаточно умно. Только что пацан здесь выехал. Знаешь, они у всех в одинаковых местах. Все, мне не до игр. Кину снежок в ответ. Вижу, разошелся. Так, у меня дело есть. Все, давай. Ага, нет, значит, в каждого снеговика свои слова. Значит, забираем подарок, не читать я не хочу. И все, и быстро едем за тем чуваком, чтобы он подсказал нам, где находится последний. Ух, ема там ехать, ё-моё. Только перед этим надо заехать помыть Роллс. Ты чувствовал, когда грузился на второй сервер полчаса из-за того, что тебя крашнуло? А на 6-й сервер зашел буквально за минуту. Знаешь что, пацаны, после того, как мы отвезли бы Деду Морозу подарки, я, к сожалению, это не узнаю, я полчаса потратил, грузился на этот CCD, и что? И я не загрузился, вот, и поэтому зашел на 6-й сервер. Нам бы дали вот эти леденцы, скорее всего, только сколько бы дали, вот это уже секрет, можете написать в комментариях. Короче, пацаны, вот все, что я нарыл на Ютубе, и все, что я нарыл в группе ВК. Знаешь, квесты есть разные, есть за 20 сначала, потом за 40, потом за сотку, потом за 250 вот этих кристаллов. И квесты максимально разные. Например, первые это были подарки. Вторые это, я так понимаю, привезти какого-то кента, короче, Снега Мороза, да. Деда Мороза, вот. И за сотку, за 250 я понятия не имею, что там может быть. И спустя день ты можешь опять пройти за 20, за 40, за 100, за 250. И они, короче, увеличиваются в иксе. Сколько единиц дают вот этих леденцов? Без понятия. Мне только сказали за первый квест, который ты пройдешь, которые стоят 20 кристаллов, тебе дадут 20 леденцов. За остальные без понятия. Можете написать в комментарии. И нажав на F1 новогодний магазин, мы бы смогли их обменять на какие-то скины, я так понимаю, либо на винилы на автомобиле. Новогодний кейс можно было бы получить, уникальные товары какие-то. Ага, это получается вот эти скины. И можно было бы поменять на футболку и штаны. Ну, кстати, не особо их так уж и много, чтобы их поменять. Но если здесь 85-99, значит, там за подарки будет дичь. Больше, в принципе, здесь особо ничего интересного нету. А мы отправляемся тогда на работу у медика и посмотрим, что же, как там делать. Значит, медик у нас доступен в всех 3 городах. Мы приехали в Лос-Сантос, работа медика. Сегодня перед вами стоит ответственная задача, вам нужно приезжать на вызовы больных и помогать им. Определите, что потребуется, помощь на месте или госпитализация. С тяжелобольными пациентами придется поторопиться. Окей, начать. У вас нет лицензии на пассажирский транспорт. Понял, значит что? Значит, завтра выйдет видос, где мы полностью посмотрим
эту работу и как бы посмотрим, стоит ли здесь работать или нет, выгодно, интересно. Так что да, подписывайся, чтобы не пропустить. F1 снегопад, настройки. А, промокод, точно. Нажимаем вот здесь панель промокодов и пишем CCD New. New Attack, Year of Attack 2022 RIG. Вот нам дали. И что нам дали? Ваша награда за использование промокода. Один праздничный кейс. Опа, 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 опа. Открыть один кейс. Праздничный. Ага, новогодний промо. 50 кристаллов, 100% шанс. Ага, и 50 тысяч, понял. То есть нам выпадут либо кристаллы деньги, либо просто кристаллы. 50 тысяч кристаллы. Какие CCD щедрые. Я щедрее, потому что у меня проходит сейчас конкурс на 22 миллиона или 21. 21 миллион на CCD. Так что не забывай участвовать. Да, ссылочка в описании. Обновлены магазины одежды. Нужно ехать туда. Так, магазин одежды Бинка. Привет. И посмотрим, что у тебя же обновилось и что у тебя появилось нового. Знаешь, о чем разница между там и там? Ладно, давай тут. О! Это очень красиво, это прям капец как красиво. Ну да, одежда не появилась. Хотя, не появилась. Скорее всего, та, что было, та и осталась. Но это очень красиво. Без всякого сарказма, это очень красиво, очень удобный инвентарь. Можно переодеться. Не, это прям лайк, это прям красиво. Только я не хотел переодеваться, можно мне назад скин? Алло. А, подожди, я же на... Я думаю, что за дичь, а я же на 6-м сервере, а не на 2-м. У меня на 2-м там козырная футболочка. Понимаю. А в принципе больше ничего не осталось особо с обновления. Остался только транспорт, это Porsche Taycan, который скорее всего находится в Сан-Фиеро. И корвет, поехали посмотрим тогда их. Автосалон американских автомобилей. И что там покажешь, корвет со 7-й, 75 тысяч долларов. На вот такой вот красивый. Ну, максималку это все не пишет. Тест-драйв 61 тысячу. Как бы делать я его не хочу. А 75 тысяч долларов это что у нас? Это 5 миллионов 585 тысяч. Кстати, очень дешево за корвет 5 лямов. Мне вот интересно, можно из нее тарго сделать? Если это можно будет сделать, это будет вообще разнос. Сколько у нас Porsche будет стоить? 1120-200 долларов. А, Porsche Panamera. Panamera. А Тайкан где? Хотите сказать, Тайкан продается в элитных автомобилях? Ну давай, CCD Planet, удивляй меня. Если здесь увижу Тайкан, я же реально офигею. Да, 15 миллионов, и они решили его засунуть в элитный автосалон. Ладно, 918. Ну Тайкан-то зачем? Если по факту это электрическая Панамера. Вот и все. 15 лямов, кстати. Ну, в принципе, как и на всех серверах он стоит. Такая моделька. Колеса офигенные, широкие, для зацепа. 1500 донат единиц стоит любителя. Он уже есть везде, он уже, мне кажется, всем приелся, поэтому на нем никто не ездит. А вот C7, что назад вернули на сервер, это лайк. А у меня, в принципе, на этом все. Вот такой вот видос вышел. Поставь лайкос, помоги продвинуть этот ролик в топ. Напиши в комментариях, как тебе новое обновление на CCD Planet. Зашло тебе или не зашло. Участвуй в конкурсе. Завтра видос, где мы будем работать на... медицинском автомобиле, на работе скорой помощи. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики по CCD Planet и не только. Нажимай колокольчик, чтобы всегда смотреть их первым и никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока-пока.